Новость пришла из Соединенных Штатов буквально несколько минут назад. В автокатастрофе погиб знаменитый голливудский актер, звезда фильмов «Форсаж» Пол Уокер. Об этом сообщает ряд американских изданий со ссылкой на интернет-журнал о знаменитостях TMZ. Трагедия произошла в калифорнийском городке Санта-Кларита. По данным СМИ, актер находился на пассажирском сидении автомобиля Porsche, когда водитель потерял управление. В результате машина врезалась в дерево и загорелась. Уокеру было всего 40 лет. В Санта-Кларите актер должен был принимать участие в благотворительном шоу по сбору средств для пострадавших от тайфуна на Филиппинах.